Сегодня в стране отмечается День спасателя. Этот праздник считается главным для сотрудников МЧС России. В настоящее время на территории республики несут дежурство тысячи спасателей и пожарных. Большинство спасателей владеют сразу несколькими специальностями – альпиниста, водолаза, парашютиста, парамедика, пиротехника, водителя автомашины и маломерного судна. Они могут работать на воде, на суше и в воздухе, на любых географических широтах и в самых сложных климатических условиях. Основное мероприятие в Якутске пройдет традиционно в Русском театре, а до этого сегодня утром спасатели отметили в Главном управлении МЧС по Якутии. Сотрудникам вручили ведомственные награды и грамоты. К этой дате мы решили приурочить ушедший, так скажем, и я считаю, достаточно успешно проведенный лесопожарный сезон, где наш коллектив, коллектив Главного управления, коллектив спасательных подразделений, пожарных подразделений, специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, показал себя только с лучшей стороны. Защитили благосостояние республики, населенные пункты, лесное хозяйство республики. Ну, соответственно, в тесном взаимодействии с лесопожарными всеми формированиями.